Воинской части 66-37 пополнение. В самое северное подразделение Национальной гвардии приехали служить жители четырех областей Казахстана. 2 февраля новобранцы дали клятву на верность Родине. На торжественной присяге побывала наша съемочная группа. Принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законным и избранному президенту. Свято соблюдать конституцию и законы моего суверенного государства. Особенные слова, особенный день. Молодое пополнение воинской части 66-37 Национальной гвардии принимает присягу. В этот раз служить на севере страны будут новобранцы из Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областей. Всего 140 человек. Новый состав воинов поприветствовал командир части Арман Шакиров. Я выражаю надежду, что вы, вооруженные защитники Республики Казахстан, будете всегда помнить слова торжественной клятвы и неукоснительно выполнять ее заветы. Служба в рядах Национальной гвардии для них началась в конце декабря. За месяц в армии многому научились, а родные успели соскучиться. В ровном строю каждый выглядывает своего солдата. Истай Кубенов приехал из семьи поддержать двоюродного брата. Сегодня такой как бы ответственный день у него, шаг такой в жизни, можно сказать, в мужскую жизнь вступает. Мы с ним вообще с детства вместе. Немного было грустно на душе. Да я же даже сейчас здесь находясь, как будто слезы скапливаются. Смотришь, они все стоят, прямые, красивые все такие. Больше всего сегодня волнуются мамы. Им трудно сдерживать слезы. Сыновья же выглядят достойно. Жизнь по уставу закаляет. Я горжусь то, что служу в данной части. Сегодня вот приняли присягу. Первые дни было тяжело вставать в 6 утра. Со временем мы привыкали, сейчас встаем даже раньше, потому что знаем то, что нам предстоит сзади. Пошел обратный отсчет. До дембеля осталось 11 месяцев. Домой солдаты вернутся в декабре. Жансулу Тастемирова, Адиль Нуржанов, новости МТРК.